Минтруд Чувашии с заявлением на ежемесячную выплату при рождении первого ребенка обратились 1816 семей. Около 1500 уже деньги получили. Размер ежемесячной выплаты в текущем году составляет 8910 рублей. Напомним, право на данную меру социальной поддержки имеют семьи, средний душевой доход которых не превышает 14 тысяч рублей в месяц. Для назначения выплаты семьям, у которых в 2018 году родился первый ребенок, необходимо предоставить заявление в МФЦ или отдел социальной защиты по месту жительства. Сделать это можно в любое время в течение 1,5 лет со дня рождения ребенка. Если обратиться в первые 6 месяцев, выплата назначается с даты рождения. Если позже 6 месяцев со дня обращения. Первый выплатной период рассчитан на год.